Привет, память у меня, видите, подвела. К прошлому ролику забыл сказать, сейчас скажу, а потом уже покажу следующее, о чем обещал. Память. Ну, что делать, память, все-таки мне 70 лет. Ну вот. А я что хотел сказать? Почему порно? Много вопросов задают, миллионы, а любовь меньше. Почему? Ну, вот сейчас я вам скажу. То, что вы, может быть, не связывали в своей логике, я вам сейчас скажу. Дело в том, что порно, как секс, тоже много запросов, много миллионов запросов, да, относится к одному из инстинктов человека, к продолжению рода. Ну вот, видите, как просто. К продолжению рода относится секс и порно. Поэтому вот главный инстинкт заставляет доминанту, да, в разных возрастах, но все люди, в принципе, это ищут, да, продолжение рода. Ну а первый инстинкт у нас какой? Самосохранение. Самосохранение. Это бей, беги, оцепеней. Да. А второй инстинкт, я сказал, продолжение рода. Поэтому много таких запросов. Да. Как и все интересно. Но в следующем ролике я скажу, что я обещал, о чем нужно думать, засыпая, чтобы мозг, перелопативший огромный объем информации, вы получали ответы на очень сложные вопросы, которые вас волнуют, когда вы засыпаете. А я скажу, о чем надо думать, засыпая. И будет прекрасный, интересный сон, во-первых. Во-вторых, вы на следующий день, проснувшись, потянувшись, помыв руки горячей водой, допустим, вдруг у вас придет картинка в голове. Да, очень интересная. Вот так вы откроете в себе творческие начала. Это очень здорово. Скажу обязательно.